Разговора он стоял позади забора. Речь последней по всему полюбилась ему. «Здравствуй, красная девица!» — говорит он. «Будь царица!» «И роди богатыря мне к исходу сентября!» «Деденка, ну почему ты не слушаешь?» «Вы ж, голубушки-сестрицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед со мной, вслед со мной и за сестрой!»
в себя все втянула. Отдыхает после пробега. Можно я ее поглажу? Погладь, ей приятно. Если бы она была кошкой, она бы мурлыкала. Но она черепаха. И она молчит. Отвернись. Сейчас же отвернись. Ну, отвернись, прошу тебя, как человека. Девочка, что там? Че ты платье-то не одеваешь? Нет, не купили. Пока еще в эти хожу. Всем девочкам покупай платье, а тебе только не покупай платье. А мне штанишки. Почему? Я красивый. Маленькая-маленькая, а здоровая, как лошадь. А знаешь, какой у нее аппетит? Как у Вовы Васильева. Она никогда ничего не ест. Никогда. 300 лет живет и ничего не ест. А для чего же мы ей тогда траву рвем? Для подстилки, чтобы спать мягче было. Этот вот череп, знаешь, какой у нее жесткий, да, Вова? Сама-то череп, у нее панцирь. Анна Сергеевна, а Манукян обзывается. Ветер на море гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит в себе волнах на раздутых парусах. Извините, я на минутку не помешаю? Мне внука забрать. Бабушка, я Вова Васильева, здрасте. Здрасте. Вот так. Ой, дети, встаньте и поздоровайтесь с бабушкой Вовы Васильева. Здрасте, мои милые! Здрасте, мои хорошие! Давай садитесь, Фунтик, собирайся! Ой, а вы-то какая хорошенькая! Какая миленькая! Душно-то у вас как, ну прям совсем нет кислорода! Еще что, пожалуйста! А вы что такие бледные? Засиделись? Верно, я говорю, Анна Сергеевна! А ну-ка, встали! Ручки наверх! Так! Пошевелили пальчиками, так, потрясли кистями, Фунтик, я что сказал, собирайся, а теперь подрыгали ножками, раз, два, а теперь потанцуем, кто как может, и очень весело, и вытри нос, не грязи ногти, а теперь попрыгали, раз, два! По местам сядем. Раз, два. Молодцы. А куда же вы его забираете? В больницу. В больницу? Ничего не ест, даже от мороженого отказывается. Ну что же это ты, Вова Васильев? До свидания.
свидания. До свидания. Анна Сергеевна, а что такое заменимые люди? Пойдем. Виноград? Виноград. Будешь есть? Буду. Ну и правильно. А у нас сейчас в классе урок рисования. Елочка у тебя получилась. Нет. А что получилось? Нет, смотри. А чего вот это я рисую? Нет, не так. Ну что еще я рисовать буду? Не знаю. Смотри. Елочку. Нет. Деревец. Нет. А что ты рисуешь? Это же листья. А я тебе говорю, деревья. Ой, какой ты чумазый. Я еще чумазый буду. Это знаменосец не выдержал. А знаменосцам и не надо на черепахах ездить. Здоровская самоходка. Тум,
трусила. Будем тренировать. Главное, ребята, сердцем не стареть. Песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный. Только с самолетом можно долететь. А ты, улетающий вдаль самолет, сердце свое сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет. Хорошо, что молчит. Когда черепахам как-то не по себе, они сопят. Ура! А ну-ка сзади нажми, а то я с места сдвину трудно. Пошла, 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 пошла. Главное, ребята, Катя, ты знаешь, кто взял ракету? Я знаю. Кто? Ее никто не брал. Она обиделась на нас и ушла. Почему ты так думаешь? Я догадалась. Thank you.
Папа-ру-пару-пару-пару-пару-пае-е. Папа-ру-пару-пару-пару-пару-ла. Папа-ру-пару-пару-пару-пару-пару-пае-е. Папа-ру-пару-пару-пару-пару-ла. Ой, смотри! Вижу три серых волка. В окнах воздушные зачем-то шарики. Бежит белка с жириком. Прихожу к заключению. Ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, это свадьба. Ой, невеста. Вовидян, не рви там ариск. Никто и не рвет. Так, все ясно. Манекенчика! Саноха с черепахой убежала! Вниз, Мариха! Беги, вниз! Thank you.
Вот животное! Ни в воде не тонет, ни в огне не горит. Черепаха, милая моя, хорошая. Дай я подержу. Нет, дай я. На вас-то идем. На черепу? На вас-то бежим. Я бегу! Вы куда? Черепаху по танкам испытывать! Стойте! Тебе что на второе прописали? Кролика под белым соусом. Будешь есть? Нет. Отдашь мне? Едешь, а то и на обед только один боржом дают. А суп какой? Черепахов. Ну да. Чур мне. Ему отдашь. Ну и правильно, тут никто не ест, что ему дают. Почему? Потому что тут каждому дает, что ему полезно. А разве есть на свете такие люди, которые любят то, что им полезно? Таких людей нет? Нет таких людей, которые любят то, что им полезно. Вот болванки, привели мне какого-нибудь мальчишку. Я бы с ним одеждой поменялся. Ну, я пошел. Иди. До свидания. Спасибо. Выздоравливайте. А ну, ребята, потрясли кистями, потрыгали ножками. Раз, два, раз, два, хорошо? Grrrr!
Коленочки! Хорошо, молодцы! Внимание, внимание! Первое, второе и четвертое отделение приготовятся к боевому развертыванию. По машинам! Ребенок в очаге загорания! Это мой внук. Простите, ребята. Фунтик! Фунтик, стой, куда ты? Фунтик!